Когда ваш мужчина расстроен, когда на работе загружен, попробуйте средство простое. Скажите ему: ты мне нужен, в тебе моя главная сила, ты мой океан и мой берег, и как бы на жизни кружила, ты справишься, я в тебя верю. Не ждите ответных признаний, в глаза не смотрите с упреком. Пусть чаша душевных терзаний обоим послужит уроком. Не рвитесь решать все проблемы, он у вас не просил о защите. Закройте все острые темы и просто его обнимите. Не нужно кричать, что вам хуже, что этот союз был ошибкой. Поставьте на стол теплый ужин и двери откройте с улыбкой. Оставьте ненужные споры, ведь истина очень простая. Чтоб он ради вас свернул горы, умейте быть рядом у края.